Всем привет! Да, собственно, я Цимбал Марина. Сейчас я работаю в Альфа-банке. Я начальник управления клиентской аналитики. Если говорить про мой бэкграунд, начинала я анализ данных с Каспи-банка. Вот, далее я была в Евразийском банке, также работала в Prime Source над проектами, тоже в основном банковскими и по внедрению CRM. Вот, был небольшой опыт в Билайне. Я была хедом Big Data. Вот, ну и сейчас, в общем-то, в Альфа-банке тоже занимаемся анализом. Сегодня я бы хотела вам больше рассказать про сторону конкретных кейсов. То есть не про технологии, не про алгоритмы, не про конкретные какие-то там, может быть, технические, да, какие-то стороны анализа данных. Я больше про то, для чего это все, какие задачи мы решаем и так далее. В общем-то, можно начинать, я думаю. Да, о чем мы сегодня поговорим? Вот. Поговорим, я думаю, сегодня сначала про то, что говорит мой опыт, как часто мы сталкиваемся именно с прогнозными моделями или строим аналитические отчеты. Вот. Проговорим про кейсы в банке. Я вот выделила три кейса. Модели для soft collection, стресс-тестирование моделей и сегментации. И вот три кейса еще про телеком. Про скоринги телекомовские, про обогащение профиля для телеком-компаний и а-ля программатик, если кто-то знает. So, прогнозные модели. Когда я начинала работать в Каспи банке, тогда еще речи про прям какую-то серьезную аналитику не было. У нас вообще, в принципе, инструментов не было. Никто не знал, что такое Python или что такое R. Вот. Что у нас было? У нас был Excel. Вот. И, соответственно, что делать с Excel, когда тебе нужно, например, сделать сегментацию там, депозитчиков. А депозитчиков у тебя уже больше миллиона, и это тупо не влазит в лист Excel. Вот. И вот мы начинали, грубо говоря, без каких-либо инструментов, просто с пониманием, что нам нужно что-то с этим делать, нужно какой-то извлечь из этих данных какой-то value, да, чтобы дальше работать с этими клиентами, понять, кто они, чем они занимаются, кто там, не знаю, копит на что-то, кто живет на проценты, кто студент, и ему важно сейчас быстрее накопить, кто больше за сохранность. Как понять, если ну, инструментов нет, какие-то модели строить не в чем. Вот. Ну, для нас тогда была выходом система SAS Guide, если кто-то знает. Вот. По сути, мы начали строить отчеты. В большей степени аналитические отчеты, в которых мы видели, как бы, какая часть клиентов у нас, какие суммы держат, как они себя ведут, как часто пополняют. То есть, по большому счету, это не было моделями, это было отчетами, аналитическими отчетами. Но из этих отчетов нам, бизнесу, можно было выделить какие-то интересные закономерности, понять, что с этим делать, какие новые компании запустить, какие новые предложения сделать нашим клиентам. И дальше отслеживать, действительно ли наши там предложения улучшают этот сегмент клиентов, они становятся там, не знаю, богаче или меньше снимают. Вот. Поэтому и сейчас, например, то есть уже вроде бы после Каспи банка прошло кучу времени на самом деле, да, но тем не менее и сейчас в банках и в телекоме очень много решается вопросов именно аналитическими отчетами. Почему я считаю это важным выделить здесь? Я как бы на своей практике сталкивалась с несколькими ребятами, которые немного были расстроены и разочарованы тем, что придя на работу, они рассчитывали там, постоянно запускать какие-нибудь нейронные сети, XGBoost, что-то новое разрабатывать и так далее. А жизнь, она такая немного easy получилась, в общем-то. Поэтому, чтобы как бы, так как здесь очень много студентов, вот, я хотела как бы сказать, что на самом деле начнется, ну, как бы большую часть времени, наверное, вы будете заниматься просто анализом. Анализом поведения, анализом этих клиентов. И только потом когда-нибудь, может быть, будете строить модели. Теперь перейдем как бы к первому кейсу банковскому, про который я хотела рассказать. Это модель оптимизации затрат soft collection. Какая была ситуация? У банка растет портфель клиентов. Клиентов больше и больше. Следовательно, людей, которые выходят на просрочку, тоже становится все больше и больше. Что они делали с людьми, которые выходят на просрочку? Они обзванивали этих клиентов, отправляли им смс-ки, ну, в общем-то, там каждый день или там через несколько дней с некоторой периодичностью их постоянно долбали. Но чтобы это делать, необходимо, естественно, там, содержать какой-то там штат в колл-центре людей. И в какой-то момент просто бизнес сказал, ну, стоп,
мы не можем как бы еще нанимать 10, и еще 10, и еще 10. Ну, как бы мы можем так бесконечно расти. Наш колл-центр уже больше телекомовских колл-центров. Куда еще расти? Надо что-то думать, надо как-то оптимизировать. Что будем делать? Первая идея, какая нам пришла в голову, это попробовать построить модель, которая будет сегментировать клиентов. То есть она будет нам, исходя из их поведения, паттернов поведения, она нам скажет, что эти клиенты, да, возможно, вышли на первый день просрочки, но их поведение хорошего клиента. И очень вероятно, что это просто форс-мажорные обстоятельства какие-то, и он в ближайшие там, 2, 3, 4, ну, там, в течение 7 дней, допустим, вернется обратно в график. И поэтому клиенту не обязательно с первого же дня звонить, тратить деньги, там, время и менеджера, это стоимость самого звонка, это смс-ки стоимость. Вот. И мы, в принципе, да, построили модель, запустили вот как бы как раз-таки про таргет. У нас вот хорошими считались те, кто до 7 дней. Просрочки, максимальная глубина их просрочки до 7 дней, средние до 30 и злостные все остальные, кто больше 30 дней просрочки. Вот. Ну и, собственно, провели тесты. Мы тестировали, причем очень, то есть у нас долгие были тесты, мы тестировали несколько вариаций. То есть мы тестировали, если мы им не будем звонить, будем смсить. Если мы им даже смсить не будем. Если мы начнем смсить там на третий день, на пятый день. То есть разные-разные политики, все были протестированы. Я сейчас, честно говоря, не вспомню точно, что мы выбрали, потому что это было примерно в 2012 году. Вот. Но точно я помню, что результат был таков, что мы сохранили размер сборов, то есть мы собирали с должников деньги примерно так же, как если бы мы расширили бы колл-центр. Вот. Но при этом мы его не расширили, мы не потратили на это деньги, мы экономили на смс-ках и на звонках. Дальше. Следующая модель, про которую тоже хотела бы рассказать, это модель стресс-тестирования. Эта модель на самом деле сейчас вошла, то есть банки начали, грубо говоря, строить, это в основном для рисков, примерно тот с 2017 года в рамках МСФО-9. Задача какая, в общем-то, этих моделей? То есть для того, чтобы… Кто ее строит? В основном банки, которые хотят посмотреть на то, как поведет себя какие-то там, не знаю, портфели их просрочников в случае определенной стрессовой ситуации, там, причем стрессовая ситуация, она такая макроэкономическая, то есть глобальная. То есть если с ВВП что-то произойдет, если какая-то инфляция будет, если курс доллара как-то изменится. Вот. Мы вот как раз строили такую модель для одного банка. И я просто какой-то важный такой момент хотела бы здесь отметить. Первое. То, наверное, почему я еще как бы хочу сказать, что у нас на рынке очень мало действительно людей, которые очень хорошо подкованы в математике, в, не знаю, там, в мат-статистике, в моделировании и прочих вещах. Вот когда мы пришли в банк, который сам, по идее, пытался строить такую модель, они это делали тоже в Excel. Вот, и там человек, который строил эту модель, он вообще кандидат наук у нас. Вот. Но, как оказалось, вот, например, этого недостаточно, чтобы вот качественно делать модели. У него модели в Excel строились, ну, то есть обычная регрессия, и он как бы ряд нестационарный брал. То есть что это значит? У него есть тренд у ряда. Понятно, что любая экономика, она в глобальном смысле растет. Ну, то есть у нас растет ВВП, там, растет объемы, там, какие-то производства, еще чего-то. Мы растем. У нас у всех данных есть тренд. Если мы, грубо говоря, будем, не очищая данные, грубо говоря, от этого тренда, да, не приводя их в стационарный вид, если мы будем пытаться как-то замоделировать это, мы всегда будем получать обалденную модель там, с каким-то большим коэффициентом детерминации, но это как бы bullshit. Вот. Поэтому тот Excel, который мы видели, он показывал им тоже очень обалденную модель там, на 90% макропоказатель, даже больше 90% якобы макропоказатели объясняют изменения их портфеля. Ну, это просто даже вот на уровне логики некорректно. Как бы. То есть если бы какой-то микропоказатель, да, там, конкретного банка, конкретного там, кредитного портфеля можно на 90% объяснить какими-то ВВП, вот, то это очень странно, как минимум. Вот. И у нас был классный эксперт тогда вот из России, который помогал нам в построении этой модели, и он как раз говорил, что если я сейчас сюда ставлю, не знаю, там, рост поголовья кенгуру, короче, это примерно тоже будет сказываться на вашем портфеле.
Вот, что так некорректно заниматься этим. Поэтому если вы работаете с временными рядами и вот подобные задачи решаете, то обязательно первым делом как бы проверяйте себя на то, чтобы ряды должны быть приведены в стационарный вид. Так, про все рассказала, да? А, и еще такой момент был. Мы все параметры в модель пытались ввести не обязательно в чистом виде, но и с лагами. То есть, что какой-то параметр может влиять на нашу целевую перемену с задержкой во времени. Там в один, в два, в три месяца. И то, что мы тоже увидели, что иногда некоторые параметры могут, коэффициент, например, корреляции там будет, предположим, на минус 1 лаг там 0,05, предположим, и на минус 3 будет минус 0,05. Вот как в такой ситуации поступать, кто-нибудь знает? Что делать? Считать ли это корреляцией? Ну, ответ, в общем-то, такой, смотрите, это не должно быть так, это нелогично. Не может один параметр в задержке в один месяц влиять положительно, в задержке в несколько других месяцев влиять отрицательно. Такого не может быть. Вот. И поэтому, например, мы такие параметры отсекали ввиду их нелогичности. Так, по поводу сегментации. Сегментация, мне кажется, это вот один из самых, наверное, популярных таких еще кейсов. Их много, на самом деле, всяких разных бывает, которые используются везде, и в телекоме, и в банках. Первое, да, для понимания своих клиентов. То есть очень часто клиенты, короче, бизнес, допустим, хочет продвигать свою рекламу. Допустим, те же самые через соцсети. В соцсетях им нужны предприниматели. Вот они хотят конкретно, допустим, банк занимается кредитованием юрлиц. Они хотят именно юрлицам делать офферы. Как понять, что он предприниматель? Когда ты таргетируешь рекламу через Инстаграм, у тебя нету галочки «предприниматель». То есть ты не можешь выбрать «мне нужны мальчики, девочки и предприниматели». То есть ты можешь только сформировать портрет своего предпринимателя на каких-то соцдемо-параметрах, а потом наложить этот, как бы, вот, грубо говоря, проставить эти галочки, когда ты делаешь таргетинг рекламы. То есть если, допустим, мы знаем, что предприниматели чаще всего там мужчины определенного возраста, работающие там-то, зарабатывающие столько там или еще что-то, я могу тогда такой таргетинг использовать и могу продвигать свою рекламу к своей очень правильной целевой аудитории. PNL — это насколько ценен нам наш клиент. Почему это тоже важно, сегментировать клиентов по P&L? P&L — Profit and Loss, правильно же, да? Вот. И тут как бы смысл в том, что всех клиентов можно проанализировать по тому, сколько мы зарабатываем, сколько мы тратим на этих клиентов. Некоторые клиенты приходят через дорогие каналы. Например, их привлекает агент. Агент прям может поехать это время дороги, это, там, не знаю, конкретно прям его там половина зарплаты, грубо говоря, да, который работает с этим клиентом. То есть может быть очень дорогой канал привлечения этого клиента, но когда мы привлекли, он нам value никакого не дает. Но он там делает какой-нибудь один перевод там раз в пятилетку, платит какую-то минимальную комиссию, все. А мы тратим там на его обслуживание и так далее. Вот, поэтому, чтобы проранжировать своих клиентов и понять, кто приоритетен, там, банку или там, любой компании, в принципе. Это можно использовать, смотрите, где. Первое, приоритизировать обслуживание этих клиентов. То есть если вы знаете, что у вас есть супер там, доходные клиенты, когда они звонят в колл-центр, вы можете сразу по номеру телефона идентифицировать его и в первую очередь обслужить его. То есть поставить по нему максимальный приоритет. То же самое можно сделать в отделениях. Когда клиенты такие собираются уходить, вы в первую очередь должны будете их удерживать, потому что они для вас наиболее ценные, они привносят вам самый большой value. Ну, естественно, если наоборот клиент какой-то, например, для вас убыточный, то минимум внимания, грубо говоря, можно уделять этому клиенту. Если он уходит, можно просто помахать ему ручкой, потому что от того, что он был у вас, вам вот этого легче не становилось. Так, по поводу программ лояльности. Был у нас такой кейс один раз, правда, не с банком, а с ломбардом. Это тоже тот случай, когда в ломбарде стало очень много клиентов, и в Excel это уже невозможно посмотреть, но при этом ломбарда нету столько денег, как у банков или как у телекома. Они не могут себе позволить открыть какое-то отдельное там, подразделение, какое-то управление или отделение, короче, неважно, да, в котором будет сидеть Data Science там, и как-то это все, в общем, анализировать и постоянно, значит, улучшать. Вот, поэтому что они как бы могут? Они могут пригласить кого-то, кто им сделает это разово, и потом просто это поддерживать.
Вот. И вот был у нас такой кейс, когда они говорят, вот у нас там есть какой-то ломбард, Ломбард, по-моему, который свою какую-то программу лояльности запустил, вот у них там пенсионерам дают по каким-то суперставкам, потому что пенсионеры, они поняли, что они самые надежные, что они 100% будут, у них есть там привязка к своим там, золоту, да, которое они приносят, следовательно, они точно его выкупят обратно. То есть для ломбарда очень важно, чтобы его либо выкупили, это золото, которое туда заложили, либо если они его не выкупают, то там есть такая возможность приходить и как бы продлевать вот это время. То есть ты приходишь и постоянно какие-то денежки доносишь, и тебе продлевается, у тебя остается возможность выкупа. То есть они твое золото не реализуют куда-то дальше. То есть у тебя есть возможность в дальнейшем. То есть сейчас, допустим, не могу, но я через месяц вернусь за ним и заберу. И вот для ломбарда как бы самым приоритетным это либо тот, кто выкупит, либо тот, кто будет постоянно продлевать. И мы как раз тоже строили модель для того, чтобы понять, как на входе, когда клиент только пришел и принес какое-то там свое нам барахло, да, ну там золото, что, я не знаю, чтобы понять, что с ним делать, как оценивать это золото, да, какие давать ему там скидки или там дополнительные какие-то условия улучшенные. Вот, мы сделали такую модель, на самом деле выявили закономерности, например, от того, что ты несешь в ломбард. Вот зависит от того, насколько это вероятность того, что ты придешь за этим. Например, если ты обручальное кольцо принес, а если ты принес несколько колец, там, браслетов, я не знаю, там, цепочек и так далее, то вот это там совсем другая категория клиента. Есть, который там свое что-то очень личное и единственном экземпляре принес, это тоже отдельная категория клиента. Вот. Ну, в общем-то, вот тут как раз применялась сегментация, и мы сказали, что если клиент пришел, принес такое-то количество там золотых изделий, конкретно вот таких-то, то вероятность того, что он вернется и заберет или там выкупит, там, достаточно высокая. Дальше. Для поиска вдохновения разработки новых продуктов. Как раз-таки вот, смотрите, обычно как работают вот телекомы, банки, они же такие не сильно, на самом деле, подвижные. Они либо на рынок смотрят, что на рынке выходит и пытаются такой же продукт какой-то разработать. Редко, когда это что-то, ну, может быть, кроме Каспибанка, да? А редко, когда кто-то прям сам придумывает новое абсолютно, то есть на базе своей клиентской базы, на базе, короче, делает аналитику на базе своей клиентской базы, да? Такая прям какая-то тавтология просто. Вот, и говорит о том, что нужно нового вывести на рынок, то, чего нету. 5 минут осталось? Ладно. Короче говоря, аналитика может позволить вам принять решение относительно того, что сейчас на рынке, какие клиенты есть, что они делают и что им можно предложить. Проведение маркетинговых исследований, я, в принципе, рассказывала, что, допустим, через Инстаграм, когда мы продвигаемся. Ну и прежде перед моделированием я имела в виду, что иногда, прежде чем пытаться какое-то поведение человека спрогнозировать, их лучше, допустим, если очень большая выборка, лучше разделять, допустим, там, не знаю, кластеризовать, предположим, их на какие-то более однородные группы, а потом дальше уже модели в каждой делать. Так, ладно, давайте дальше. Кейсы телекома. Первый кейс – телеком-скоринг. Это сейчас, вот, грубо говоря, у нас выходит на рынок. Такое предлагают сейчас только Билайн и KSL. В чем суть? Есть банки, у них свой скоринг кредитный. Кредитный делается на базе истории в ПКБ, ГЦВП, отчеты. Да? Ну и, естественно, что все, что владеет банк, грубо говоря, по вам. Принимает решение относительно этих данных, выдавать вам кредит или не выдавать. Что сейчас еще, получается, добавляет к этому телеком-скоринг? Телеком-скоринг на своих данных дает вам точно такой же скор-балл. Он говорит, исходя из там ARPU. ARPU — это сумма, грубо говоря, денег, которую вы тратите на связь в месяц. Ну, если месячный ARPU, то в месяц. Вот. То есть он, исходя из ваших там расходов на связь, из вашей активности звонковой, как часто вы звоните, кому вы звоните, сколько человек в вашей контактной группе, да, и так далее. То есть исходя из всех этих данных, телеком может тоже давать свои прогнозы и говорить, насколько вероятно вы там надежный человек или ненадежный. По сути, телеком использует скоринг, банк использует телеком скоринг как предиктор только в свою скоринговую систему, скоринговую карту. В принципе, у нас был кейс достаточно неплохой. Мы смогли лифт-ап коэффициента Джини сделать в районе 3 баллов. Потом с другим банком вроде там тестировали, было 8. Вот. Но в целом мы разговаривали как-то со Сбербанком. Не мы конкретно, а через ПКБ, грубо говоря, узнали, что Сбербанк России, вот который, грубо говоря, тех Сбербанк,
рассказывали, что есть, ну, очень круто, прям вот очень круто, если телеком скоринг дает 5 баллов к скорингу банковскому. Дальше, обогащение профиля. Это кейс про телеком. Почему? Потому что телекома нет очень большой анкеты по вам. Когда приходите в банк, по вам собирается все. Ваш пол, ваш возраст, семейный статус, наличие детей, автомобиль свой, не свой, квартира есть, нету. То есть у вас очень там подробная анкета по вам собирается. И банк владеет, ну, точно хорошо, как бы, тем профилем, что вы за человек, какие у вас, возможно, там потребности в жизни. Нужна вам ипотека или еще что-то, да? У телекома, к сожалению, такой информации нет. Когда вы берете сим-карту, ну, вы знаете, да, в принципе, максимум, что вы там можете, это удостоверение личности предъявить, и все. Вот, поэтому, по сути, но телекому точно так же для компании, да, чтобы там работать с клиентами, делать лучшие предложения, по сути, эта информация очень сильно недостает. И им нужно как бы точно так же понимать, какого вы пола, какого вы возраста, семейного статуса. Поэтому что мы делаем? Мы сделали так, мы через колл-центр собрали обучающую выборку, то есть все клиенты, которые звонили к нам, ну, не поругаться, мы спрашивали у них, ну, там, у некоторых не спрашивали про пол, ну, потому что по голосу там можно было понять, вот, но в основном спрашивали про возраст. Вот, собрали обучающую выборку, по сути, построили модель сначала, а потом ее, можно сказать, натянули как бы на всю базу. Вот. Ну вот по поводу этой модели, очень сильными предикторами оказались звонковая активность на 8 марта и на 23 февраля. Но не по всем клиентам, так как эти данные есть. Ну то есть, грубо говоря, если вы там сим-карту взяли в августе, то весь август, сентябрь, октябрь и до февраля месяца я, по идее, не знаю, какая у тебя активность 8 марта и 23 февраля. Поэтому в это время я тоже должна какой-то предикшн по тебе сделать, но я его делаю, допустим, там, по другой модели, в которой у меня нет этих данных. То есть, может быть, там сила предикшена меньше, но в целом как бы норм. Тем более, если у нас lifetime больше года, то по большей части мы знаем правильный пол. Так, по возрасту. По возрасту мы строили, у нас было вообще 5 групп, когда мы опрашивали клиента, мы спрашивали, там, вы в диапазоне от 18 до там, стальки-то там, и так далее. У нас было 5 групп. Построили модели, получилось, что, грубо говоря, там, на 5 группах некоторые группы очень хорошо предиктятся, а другие очень плохо. Вот. И мы тогда сделали как бы, там, такую вещь. Мы сделали для 5, для 3 и для 2 групп. Вот. Когда мы делали 2 группы, то есть, по сути, там, до 35 и старше 35, там вообще все замечательно, в принципе, получилось, ну, нормально. Вот. И мы решили, что в каких-то кейсах, где нам принципиально, может быть, знать там, более детально ваш возраст, мы будем использовать, ну, конечно, 5 групп. А если нет, то, в принципе, нам достаточно хорошего, где 2 группы будет. Так, и по поводу кейса а-ля программатик. Это кейс, на самом деле, который, ну, у нас не реализован. Казахстане. Я не знаю, что в Казахстане было такое реализовано, но как-то так по работе, когда я была в Билайне, мы ездили в Россию в Билайн, и вот они нам как раз рассказывали про вот этот очень, на мой взгляд, очень интересный кейс, как может телеком-компания, в принципе, зарабатывать еще. Что они делают? У Билайна очень большая клиентская база. Ну, у любого телекома там, оператора достаточно большая клиентская база. По ним они очень много чего знают. Как бы... Я думаю, что не секрет, вы знаете, да, что телеком-компании знают по вам, какую информацию вы, например, интересуетесь в сетях, что вы ищете, куда заходите, как часто. И, соответственно, из этой информации они могут сделать выводы, каким приложением им пользуетесь, да, могут сделать вывод о том, какие у вас интересы, что вам нужно предлагать, не знаю, за что вас можно зацепить. Вот. И что делает Билайн? Билайн сказал, я очень классно понимаю клиентов, знаю их поведение, все, могу делать prediction, какой оффер ему нужно предложить. Причем они это прям сделали отдельной системой. Блин, как бы сейчас, короче, объяснить все это. В общем, смотрите, появляется какая-нибудь компания, там, булочная из Караганды. И вот булочная из Караганды говорит, я хочу таргетировать рекламу в своих булочек. Помогите мне, я же не знаю, кому мне таргетировать их, да? То есть кому нужны они? Я хочу максимально моему целевому как бы, клиенту это делать. У них отдельно есть модуль, ну, грубо говоря, там, по моделированию. Первое, что делается, описывается, что это за оффер, там, булочка там такая-то, там, свежеиспеченная и так далее. Вот они описывают полностью, про что этот оффер. Дальше у них работает алгоритм World to Vec. Они преобразуют это описание, грубо говоря, оффера в некий вектор. А дальше они понимают, грубо говоря, было ли раньше подобное что-то, да? То есть
были ли раньше какие-то предложения в нашей базе, где мы видели, что клиентам подобное что предлагалось, и они откликались на это предложение очень хорошо. Если такое было, то, грубо говоря, они таргетируются в первую очередь именно на эту аудиторию. То есть, грубо говоря, даже когда я запускаю любой оффер, который, в принципе, точно такого же не было, но есть какой-то там максимально близкий к нему, они будут таргетироваться уже лучше, чем такой холодный старт, по сути, да, то есть мы еще ни разу не получали никаких, как бы респонс-рейта нету, мы не знаем, как люди откликаться будут на наш новый оффер, но мы уже максимально приближаемся к своей целевой аудитории, а дальше мы просто все ближе и ближе к ней. Что говорит нам Билайн, что в принципе применение их алгоритма повышает отклики минимум на 5% и сокращает отток на 15%. Отток сокращается за счет релевантных предложений. То есть когда клиенту предлагается ровно то, что он сейчас хочет, как бы он от этого более счастлив. Вот, их алгоритмы как бы определяют и в офлайн, и в онлайн, не грубо говоря, что вам нужно. Вот типа в целом ты хочешь ипотеку, как бы жить отдельно от родителей, да, но конкретно сейчас ты находишься в таком месте, где рядом твоя любимая кофейня, и ты хочешь кофе. Вот примерно так. Потому что, кстати, у Телекома еще есть геоданные, которыми они владеют. Вы когда разговариваете, смсите, пользуетесь интернетом, Телеком знает, где вы находитесь. Все видит. Да. Ну, в общем-то, на самом деле это все. Да. Получить сим-карту, надо зарегистрироваться с удостоверением личности, да, например. В нем есть все эти данные. Как все это происходило? Да, я сейчас скажу. Это проблема Телекома. У нас очень мало удостоверений личности в базе, на самом деле. Даже этого очень мало. Нам, наверное, очень сильно просто поможет закон, который вот сейчас вроде с 2019 года выходит, где вы не можете оформить как техпаспорт, короче. То есть привязывается кто конкретно, что, какого номера у тебя автомобиль. То есть твой номер телефона, твой девайс и кто им пользуется, это будет жесткая привязка, и тебе сервис не будет оказываться. А вот до этого момента у нас очень плохо с ИНами тоже. Я знаю, да, что там первая часть — это дата рождения, потом пол. Да, мы в курсе. Еще вопрос? Так. Здравствуйте. Я хотел бы узнать, вот при составлении прогноза, ну, как влияют макропоказатели на кредитный портфель, да? Вы какие модели используете? Там временные ряды были. Временные ряды. Да. Ну, там много же моделей, короче, там пар, мар. Там, ну, в смысле, что еще раз? Ну, нескользящая средняя. Просто регрессия, да, вы используете? Да. Здравствуйте. Просто немного не понял. Тут получается, у банков есть одна информация по клиентам, у сотового оператора другая информация. Вот. И получается, они могут запрашивать друг у друга, то есть они партнеры, да, получается, банки работают с сотовыми операторами и наоборот, да, то есть кто кому предоставляет информацию, сколько. И получается, они платят друг другу, да? Это весь вопрос. Давайте, чтобы интереснее было, перед тем, как вопрос задаете, немножко представляться. Сделаем hello великим снова. Кто-то еще? Нужен еще какой-то ответ? Нет? Ну, в смысле, да, так работает. Рука где-то там, сейчас туда пойду. Да, ну, на самом деле, вот Телеком с банками начинает работать только вот сейчас, и пока такие, ну, как бы вялые, на самом деле, немного еще движения. Вот, но если взять Россию, например, да, как рынок более продвинутый там в странах СНГ, то там уже очень давно и абсолютно все работают так. Пока что банкам, мне кажется. Потому что телеком-операторы, они тупо по базе берут, ну, то есть покрывают там треть, например, клиентской базы. Давайте последний вопрос, кто хочет. Ну, господи. Не могли с этой стороны? Добрый день, меня зовут Ельдан, я начинающий дата-сайентист. Окей, ладно. Я хотел спросить насчет Телеком. Получается, делает какой-то дополнительный фьючерс для банкинга, который, ну, как бы, мы знаем, что Телеком как бы смотрит полную, как бы, имеет базу данных для какого-то персонажа.
с его, как бы, ну, он смотрит все его транзакции, да, скажем, мобильные, которые он делает, все его поиски. Получается, для банка он будет давать какой-то дополнительный фьючерс, какой-то дополнительный вес, который будет делать prediction чуть лучше, получается, да? Или как это суть? Да-да-да. То есть там именно передается скорбал, как бы, грубо говоря. Но этот скорбал не в отдельно, то есть не отдельно телеком сам по себе как-то там построил, да, а банк там получил и не знает, что с ним делать. То есть, по идее, когда строятся модели, ну, по крайней мере, у нас так было, мы строили по обучающей выборке банка. Поэтому, ну, то есть мы знали, кто в итоге хороший, кто плохой, просто смотрели потом, как это на наших данных отражалось. И потом на выходе мы даем скорбал, как бы уже оценка того, что по той модели, на которой мы обучались, грубо говоря, клиенты вот с таким-то набором там предикторов, да? Ну, то есть вероятнее там у вас оказывались там плохими, хорошими, там, не знаю, дефолтниками или фродерами. А в чем плюс телекома? Чем им типа это выгодно? Смотри, какова частота данных, например, в банке? Вот ты кредит взял? Нет. Что, как, ну, да, нет. Нет, предположим, да, окей, взял. Я кто? Я имею в виду, какие данные отслеживает банк, как часто он может это отслеживать? Допустим, ты взял кредит. Окей. Окей, мы собрали по тебе мочью, допустим, даже там детальную анкету. Дальше я просто вижу, что ты раз в месяц ходишь и делаешь пополнение. Ну, как бы такая стабильность есть. Стабильная, да. Очень немногочисленная информация про тебя. Такая стабильно нормальная. Что происходит в телекоме? В телекоме мы видим как бы гораздо как бы, плотнее, что ли, информация по тебе. Я вижу, что ты сегодня делаешь, что завтра, чем сегодня ты утром заинтересовался, чем и так далее. То есть у меня как бы картина про твою жизнь гораздо там богаче, грубо говоря, что конкретно ты делаешь. Да-да. Сегодня ты сделал запрос, там, не знаю, «Игра престолов», послезавтра там ты что-то другое, короче, да, заинтересовался. Поэтому, ну, телеком тупо вот этим, грубо говоря, берет. Спасибо. Угу. Все уже или что? Ладно, спасибо, Барина. Спасибо.